Так, ну что, мы остановились на том, что есть грифон улучшенный. В принципе, в коте неплохо гонять, сила атаки больше. Да и энергии больше в бою. А тут защиты больше. Ладно. Вот интересно, что токсичность уже 209. А это говорит о том, что если 210, это можно 3 отвара пить. И там взять какой-то этот навык есть на алхимию. Плюс 30 интоксикации. И будет 3 отвара, и можно бутылками заливаться. Сейчас, так как у нас 18 уровень, есть такой вариант. Поплыть на скеллиге. Нужно открыть точки перемещения, и можно как бы заняться поиском мест силы, что пригодится, навыки прокачать. Уровни-то пойдут быстро с основными заданиями. Так, а сейчас бы барахло, конечно, хотелось скинуть. Так, и по умениям посмотреть. Вот ячейка открывается на 22-м, это еще долго. Но желтые умения, да? Допустим, они не обязательные, вот эти два. И вот эта сильная спина. То есть уже можно 3 умения каких-то вкинуть. Вот одно есть, стоит. И уже можно какое-то красное прокачивать. Хотя еще нужно докачать вот обман. Ну и куча дополнительных заданий потом можно будет делать. В каких-то хороших доспехах. По бомбам. Так, ну у нас какие-то рецепты есть. Можно их покрафтить. Ну вот уже улучшенные есть. Картечь, северный ветер, самум. Отваров маловато, потому что мутагенов мало. Улучшенные уже гром есть, ласточка, ясыть. Так, масла 4 обычных, и остальные улучшенные. Вроде все собраны масла. Так. Ладно, займусь сейчас заданием шалфея розмарин. Тебя стража в город допустила. А когда ты последний раз мыл голову? Падите на колени перед вечным огнем! Чтоб я вас тут больше не видел! Ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузно засажу. Геральт, как всегда вовремя. А ты, Золтан, как всегда кому-то сапогом в гузно. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Как скажешь. Потанцуем?
будто извергами не уезжали. Загасили. Ну, все у нас исправно вышло. Теперь можно и поздороваться, как боги заповедали. 100 лет тебя не видел, друг. Здорово, Золтан. Эх, ты раздобрел. О, так упражняюсь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но риданский лагерь его отличнейше заменяет. А вот ты что-то посмурнел. Что такое? Дело в Цири. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? 6? 7? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько раз. Она и дикая охота. О-о-о, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за дьявольщина тут творится? Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окорок, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Давай оглядимся. Может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Ну, а я прогуляюсь за Хабаром. А потом на первый. Только хавчик-то нельзя пропускать, потом пригодится. Ого, записка от благодарной музы. Значит, письма чужие читаешь. Мое лицо залил румянец, и я погрузилась в чистый экстаз, поглощая нектар. И пальцы твои на истосковавшихся струнах моей души.
Похоже, как вино лежит, а там кровь и молоко. Это то, что он читал. Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает, как никто. Это та самая лютня от эльфов из Дольблатаны? Ага. Если он ее не взял, значит, очень спешил. Коллегия профессоров Оксенфуртского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкрацу Виконту де Леттенхофу титул магистра семи свободных искусств. Юлиан Альфред Панкрац. Все забываю, что он так по-дурацки называется. А вот, кстати, то, что нам нужно. Хабар. Вот молоко оставлю. Серебряный лавр победителя ежегодного состязания трубадуров мастеру Лютику. Сам князь Эревард вручал. Ох, и ужин был в честь победителей. Лютик учил свинью петь йодли, а я... Ой, ладно, не будем об этом. Нос маловат. А, и меч слишком большой. А, кстати, как это делают? Ну, убивают виверн. Техника, может, и не очень, но запала ему не занимать. Ага, 10 бочек изысканного туссянского, 5 ящиков саденского тройного... Ничего интересного. Да нет, это-то мы и ищем. Это его ежедневник. Похоже, Лютик относится к таверне со всей серьезностью. Ты представить не можешь, насколько. В жизни не видал, чтобы он так старался. Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности, в том числе бухгалтерия. Еще он отмечал время свиданий, официальных и приватных. Так, с кем он там встречался? А, о, вот оно! Последнее время он встречался только с девушкой. —
Золтан, ты предлагаешь ходить по всему городу и расспрашивать о лютике женщин, с которыми он встречался? А у тебя есть идея получше? Лютик Трепло. Наверняка он рассказывал им о своих планах. Ну, добро. Надо это все как-то разделить. А хотя бы и так. Я расспрошу девушек с моей части, ты со своей. Годится? Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Это же записная книжка Лютика. Великолепно. Ладно, встретимся здесь попозже, обсудим, кто что нашел. Я тут еще немного приберу. Не хочу оставлять такой бардак. А ты почитал бы, что ли, этот его дневник? Если что, я тут рядом. В принципе, можно пока не читать. Пойти сплавать на Скеллиге можно. Мне с утра тошно. Пойдем поищем другое место для ночлега. Может, сунемся к королю нищих? Я что, похож на нищего? Я гражданин без определенного места жительства. Написано на лице. Как ты себя зовешь? Дело твое. А я пойду к королю. Вперед, плотва! Здравствуй, молодой человек. Волос у тебя седой. Только по лицу и прямой спине вижу, что ты молод. Здравствуй. Чем торгуешь? Травами, молодой человек. Разные у меня травы в округе собраны. Ты бы удивился, сколько полезных былинок у дороги растет. Но не так бы и удивился. Вот, например, борец. Хорошенький цветочек. От болей помогает. А пригоршней так кучу народа перетравить можно. Очень полезное растение. И в самом деле, что еще посоветуешь? А сам посмотри, молодой человек. Раз уж ты в этом понимаешь, я тебе даже заначку из-под прилавка достану. Мне нужны кое-какие травы. Будь здоров. Гигиена в этом городе на том же самом уровне, что и личная гигиена его жителей. Можно? Смотря что. Я ищу кого-нибудь, кто идет на Скеллиге и возьмет меня на борт. Моя Атропос идет на Скеллиг. Зерно везу, только чшш,
тебя деньги есть? Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов? Ты едва на ногах стоишь. Выясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, в дорогу? Поплыли. Топ. Осталось стременную и на посошок за удачу. Здоровье мои, Атропос. Поднять паруса!
Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на Артскеллиг. Откуда ты знаешь? Для тебя цвета клана Крайт, а Артскеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейками. Йеннифер из Венгерберга. В Каэртрольде у Краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было бы принять за косатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Каэртрольде? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива. И придешь к мосту. Ярл сегодня в порту. И твоя чародейка должна быть тоже там. Спасибо. До свидания. Медальон дрожит. Это место силы.
Логово Сирен. Надо бы от него избавиться. Пошла. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Вот карты у него тут неплохие есть. Бывай.
Ближе, не знакомец. На скалах Рейста. Топором умеешь махать, а? Эй, взгляни-ка ты сюда. Мечи за спиной. И чего только люди не выдумают. Топором умеешь махать? Не помню, где уж там продается карта Таллера шпионская. То ли в Оренбьорне, то ли еще где-то. Какой-то деревни здесь. Подойди ближе, незнакомец. Потом разбитые корабли. Давай, плотва. Как в том году Йовы сорвался вместе с конем со скалы. Да, да. Парень совсем молодой. Ого. Привет. Привет. Позволишь взглянуть на твои травы? Увидимся. Удачи тебе. Удар! А ты топоры умеешь видать? Выйди, а то не. Ты ведьмак, верно? Ты пришел издалека. Ах!
Приблуда. Куда прешь? Стало в путь. Со славой. Ну, чего еще? Покажи, что продаешь. Все самое лучшее. Только приблуда из большой земли все равно ничего не смыслит. Ни в еде, ни в выпивке. Зато эта приблуда смыслит, что здесь карта Таллера есть. Шептуха, ничего себе. Бес и глава глаз. Счастливо, спасибо за теплый прием. Ну, чего еще? Предлагаю сыграть в гвинт. Забыл. Ну, чего еще? Предлагаю сыграть в гвинт.
Держи топором, не знаю. Дьяволы убили Дагура. Нас вместе с Браном и похоронят. Надо наконец-то мне разобраться. Интересно. А на каких будет ровно? На берегу Влада. На дно я отбор. Будет нас охранять от черта. Эй, ведьма, ищешь ли работы? Перебирайтесь. Не поможешь человеку в беде. А кто же? Выпить из лица не знаю. Никто не знает. Жизнь среди живых лишь мгновенье. В этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Какая молодая. Пусть бы Бирна пошла. Они дольше ложа делили. Тихо. Она так решила. Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Бран из клана Тирших собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Ты чудесно пахнешь. Геральт, мы на похоронах.
Ты чудесно пахнешь на этих похоронах. Кланы суть Скеллиге. По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэртрольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршев. Еды и питья хватит на всех. Во время тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Я не видел тебя 2 года. Хочется забрать тебя в уединенный домик на берегу моря и не выходить оттуда неделю. И что бы мы там делали столько времени? У меня есть кое-какие мысли. Та, в которой фигурирует веревка для трофеев, меня прямо заинтересовала. Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся. Ты узнал что-нибудь в Велине? Сири каким-то образом попала к тамошнему барону-самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго до Велина Сири ранили. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. До барона она попала в лапы 3 ведьм. По счастью, она сумела сбежать. Ведьм? Не знаю, что это за твари на самом деле, но они очень опасны. Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдуньями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. В Новиграде я узнал, что Цири разыскала Лютика. Вот и все. То есть Лютик знает, что с Цири? Да, и мне надо его найти. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычно. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавура и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему Мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Наш уединенный домик подождет. С Крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. На перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в корчме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал.
свои вопросы решаем сами. Подойди ближе, незнакомец! Ты поможешь человеку в беде? Эй, ведьмак, не ищешь ли работы? Человеку все время необходимо. Люди, мы жили столько! Это еще и честным небесток. Из рода Тирша, мужественным наш конун. Велика эта потеря могучий для всех нас. Должно. И пусть всякий знает, без тебя уже ничего не будет. Тоже вчера. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его нет.